Всем привет! Сегодня у нас 7 октября 2021 года. Украина, город Кременчуг. Вот хочу показать тоже сигнальное поношение на дереве. В том году показывал, была прививка в крону у меня этой груши. Сорт под названием Кикасуи. По этому сорту, кстати, много ходит непонятных сортов, недостоверной информации. У кого-то она желтая, у кого-то она зеленая, у кого-то она, вот как у меня, бронзовая. Толком хрен поймешь, где какой, где правда, где неправда. Короче, я показываю, этот сорт я брал у Андрея Павлюка. Он мне высылал черенок, я прививал. Присылал он, мне кажется, если не ошибаюсь, в феврале месяце этот сорт. Вместе с плодом. То мне он очень понравился. То есть он, получается, может храниться неплохо. Но я пробовал его, вот в данный момент, он уже сладкий, ароматный, его можно и сейчас потреблять. Посмотрим, как будет в моих условиях данный сорт храниться. Был, кстати, не обращайте внимания на вот эти вот выбоины. Это был у меня град на этом участке. Пофигачило тут все. И грушу, и персик, и нектарин. То, что были грушки в листве запрятанные, более-менее сохранились. Те груши, которые были более открыты, они побились градом. Но на грушке груш завязалась, кстати, немало. Это все, что осталось. Плоды вот такие вот. Размер, кстати, неплохой. Видите, все покоцаны от града. Был град такой, что плоды в дребезги разлетались. Это тут я листья пообрывал специально, чтобы их вам снять, показать. Потому что с листьями у азиатских груш до того лист сильно облиственный, что не видно реально плодов. Они все под листьями. То есть надо обрывать листья, чтобы вот показать, снять урожайность данной груши. Это первое сигнальное подношение на этой конкретной груше. Груша привита на подбое. Груша дикая. Сеяние с дикой груши. Потому что на подвоях айвовых эти груши несовместимы. Они просто не растут. Можно использовать подвой айвовый, такой как ВА-29 или С1, только со вставкой промежуточной. Пуши без вставки, данный сорт, ну, он или пропадает, или становится несовместимым, или просто не растет. Сегодня у нас 22 декабря 2021 года. Короче говоря, сорт груши Кикасуи отлично хранится. Давайте сейчас посмотрим, какой у данной груши вес. Груша довольно-таки крупная, 366 грамм, одни из самых крупных плодов, с почти 400 грамм, красавица какая, 390 грамм, ну и поменьше вот есть грушки, 300 грамм, а сейчас положу, она по градам покоцана, ё-моё, 300 грамм, ну вот из маленьких, из самых, можно сказать, 257 грамм. Если она будет загружена очень сильно, то груши могут быть и 170 грамм, и 150 грамм. То есть желательные нормировки, сильно рослый подбой, дикая груша. На айве вес будет, я думаю, намного меньше. Давайте сейчас разрежем, возьмем режек мой, посмотрим, какая у этой груши мякоть. Очень красивая. Ах, хрустит. Вот так вот. Давайте вот эту еще. Вот та уже, наверное, полностью поспела. Ой, какой идет аромат интересный. Ой, смотрите, сок. Давайте смотрим по соку. Груша твердая, хрустящая. Сок он, я нажимаю, он переливается. Очень сочно. Давайте понюхаем по запаху. Запах похож чем-то на ваниль, на шоколад. И чуть-чуть отдает таким привкусом, как этот, как он называется, елки-палки, забыл. Облепиха, о, чуть-чуть. Давайте попробуем на вкус. Вкус у нее, конечно, классный, вообще необычный. Очень сочная,
довольно-таки сладкая, очень приятный аромат, легкая шоколадка, легкая ваниль, есть привкус рома, каких-то спиртных напитков, вот ромовых вот таких. Есть чуть-чуть оттенок облепихи, чуть-чуть, но вкус отличный, вообще шикарный. Я эту грушу вообще не могу даже сравнивать с европейскими грушами, потому что это как будто другой какой-то отдельный вид груши. Они вообще по вкусу никак не похожи. Да, их по вкусу, не только по вкусу, даже на вид. Что, скажешь, что это груша, вот, похоже больше на яблоко, на какое-то такое, а может даже и на апельсин, на мандарин, если висит на дереве. Короче, сорт интересный, есть черенок на продажу. Кому этот сорт понравился, кого он заинтересовал, можете звонить, заказывать. Сорт отличный, но рекомендую его сажать только на подвое дикая груша. Потому что на ове несовместимо, надо делать со вставкой, но и то урожай не такой будет, как на дичку, на дикой груши. За обзор просьба ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем спасибо за внимание, всем пока.